Я бы не занималась, если бы я не получала удовольствие. В гимнастике? Да я все люблю. Почему не была? Не верите? Ну а что мне не любить в гимнастике? Я тренируюсь. У меня прекрасные условия нам главный тренер предоставляет. Мы в Новогорске... Я делаю, мне ставят. Я не делаю, мне не ставят. Что, мне за красивые глаза все время ставят? Я даже не знаю. Иногда мне кажется, что так быстро время летит, как будто мне вчера было 15 лет, а уже 20. Вот, ну так, наверное, и чувствую на 20 лет. В детстве общительный ребенок очень был. Любила с людьми общаться, любознательная была, веселая была. Бывает, когда сильно устаю, да, тяжело вставать. Но это бывает там в неделю раз максимум, в месяц там 3 раза. Но я привыкла, я нормально себя отлично чувствую. Да нет, вроде. Ну, чаще всего, конечно, наверное, спина. Ноги и спина. Ну, как ровная? Наверное, постепенная, можно так сказать. Постепенно шла, вначале к сборной пришла, в сборную вошла. Вот, потом начала выбиваться чуть вперед. Вначале 4-й номер была, потом 3-й номер. Ну, потом уже 1-м номером стала. Вот. Это было в году, наверное, в 2002-м. Женя приехала на сборы в Новогорск. И мы обратили все внимание на то, что приехала очень маленькая девочка, ее все называли Кнопкой. Я просто видела, как эта девочка хотела остаться в Новогорске, тренироваться с нами, со мной, с Ирой Чащиной, с Зариной Гизиковой, да, там, с Верой Сесиной, с Олей Капрановой. Я даже немножко подсмеивалась над ее мечтами, такими они нереальными казались, но тем не менее... Вот глядя в ее дневники в детстве, я просто видела, что она о том, что произошло, она мечтала с детства. Пока они маленькие, сейчас смотришь, столько талантливых девочек, маленьких, хороших, все. Но когда вот надо выступать, когда наступает возраст 17 лет, 16-17, там, когда нужно уже, то вот здесь получается, кто-то не сможет выдержать нагрузок, кто-то хочет погулять, лучше пойти, кто-то хочет покушать хорошо, а не следить за своей внешностью, поэтому... Остаются единицы. Я разрывалась, не знала, что мне делать. Мне хотелось и с ней быть, и здесь у меня сын, и мама. И... Было тяжеловато, конечно, но... Она такой ребенок, она очень общительный ребенок. И она как-то вжилась быстро.